Блин, целый час возился, а? Как там? А я тормоз. Почему тормоз? Потому что старый, ворчу на всех и еду медленно. О, вот и вы. Ага. Похоже, ножны Экскалибура, короля Артура, также исчезли. Надо камеру поставить. Этот меч вручила ему Дева Озера много лет назад. Угу. И ножны должны были охранять короля от любых бед. Эта потеря — огромный удар, как для короля, так и для Камелота. Если Ланселота и ножны Экскалибура все еще можно найти, они должны быть в имении феи Морганы. Вы должны поспешить и сокрушить стены замка. Мне вот дико не нравится эта фраза «мы должны поспешить». Спасите своего Ланселота, ваш лорд погибает. Подсказки. При штурме замка сперва уничтожьте ледяные зеркала, и только потом пускайте в дело лучников. А как уничтожить ледяные зеркала без лучников? При осаде замка используйте мантилеты. А, ну это щиты, понятно. Используйте особую силу Артура, чтобы убирать войска, которые находятся на недостижимых иначе позициях. Будьте внимательны, ведьмы-феи будут продолжать какой-то замк с воздуха. При помощи своей способности дыхания дракона Мерлин может уничтожить... Ой, обучающий игру забыл! А, так я там же. Я убрал ледяную преграду, милорд. Угу. Путь к замку Череот наконец открыт. Ага. Ну, торопиться я особо не буду. Как бы. Торопиться я особо... Ой, я это... А, свои. Угу. Ну все, пошел процесс. Так. То есть у нас сейчас здесь что? У нас тут есть... Ага, вот это зеркало. Так, я так понимаю, вот сейчас нам нужны инженеры. Или не... Что у нас вообще здесь новенького появилось? Так. Кстати, я кое-что забыл. Ага, вот осадной лагерь. Настенный факел. О, это тема. Ребят, грейтесь. Проверить оружие. Вперед. Воздух пропитан злом. Цец. Каким еще козлом? Снова в путь. Точно. Ну ничего, я тебе вон грелочку поставил. Там она теплая. Грейся. Старперчик, блин. Старперчик. Даже с двух сторон их поставлю, чтобы... На нас напали! Чтоб там совсем тепло было. А зачем она? Главное, вот настенный факел, да? Я думал, это опять для лучников, но что-то нет. Так, ладно, что еще у нас тут? Так, бла-бла-бла. Церковь. Кстати, вариант. Так, здесь у нас... Вот замковую кухню я так и не построил. Трактир у нас одного хватает. И что у нас здесь? Угу. Так, ну тут фест. Давайте-ка мы церковь фиганем, ребят. Благо у нас и деньги есть. Все остальное тоже как бы присутствует. Куда я впендюрить-то, блин? Сюда, что ли? Давайте. А эту со свечами... Ну, давайте куда-нибудь сюда. Два. Три. Ну, ожидайте, чем могу сказать сейчас. Я, правда... Понимаете, я помню во второй части, что для свечников нужны были эти... воск нужен был отдельно. Там нужны были такие эти... Ну, типа как... я даже не знаю. Пчелы, что ли? Ульи, короче, с пчелом. Но тут он, похоже, сам их делает, да? Сейчас смотрим. А, да, вот все понес. А, ну то есть вот так, да? А, ну ок, все тогда. Подожди, так им вообще что ли ничего не надо? Они просто делают свечки и все? Это же красота вообще. Так а че нет-то? Я продавать их буду, блин. Пусть фигачит. Так, что у нас? Жратва? Есть. Пошло железо, кстати.
На нас напали! Кто? Что ты выдумываешь? Кто на нас напал? На нас напали! Чё, опять? Вы чё, короткими партиями лететь будете? Мерлин, красавчика! Вроде 6, да, вот я имею в виду штук, а... Так, а чё у нас? Да ладно, гонишь. Ого! А, да нифига себе! Вот это каменное изобилие. Фига себе, красота-то какая. Ой, этих тоже много. Ой, вообще хорошо. Так, у нас есть железки. Я все-таки предлагаю... Кого? Пикаделов. Пика-пика. Раз. Два. Причем именно вот... Ага, пики. Потом бронники. Раз. Два. Ну, тут, да, тут без вариантов. И нам еще нужны кузницы. Раз. Два. С меч... Да, с мечами. Че, люди кончились. Какая прелесть. На нас напали! Кто опять? На, вон летит. Смотри-ка, свечей все равно не хватает. Да вот вроде 6 свечников, а толку... Вообще популярность плюс 4. Ну ладно, пусть держится. У нас тут 8. Нам нужны кузницы именно как... На нас напали! Как вот эти, производство булав. Ты смотри, реально свечек не хватает. Офигеть. Свечек не хватает, ребята, представляете? То есть, несмотря ни на что. Рынок, вот. Давай узнаем, нафига он нужен. Давай его приткнуть, чтобы он не мешался. Земля слишком неровная, чтобы на ней строить. Автопокупка, что? На нас напали! Нас напали! Что значит автопродажа 200? Подожди. То есть ты хочешь сказать всякие... То есть это будет держаться на 200. Опа. Блин, нифига себе. Вот это прикольно. Вот это красота. Вот это вот то, что надо просто. Блин, вот это шикарно. Так, а я... А, он запоминает, да? Давай тогда тут тоже на 300 выведем. Здесь поставим на 50. 40. А тут 20. Смотри, бухло кончается, да? На нас напали! В принципе... Да, можно тогда уже вот так делать.
и рационы. По нулям. Усилим. Мы тоже на двоечку делаем. Все. В смысле? А, путай, извините, я уменьшенный сделал. Извиняюсь, не туда. На нас напали! Да кто, блин, заколебешь? Сколько можно? На нас напали, блин. Ну напали, напали, чё теперь? Помираешь или за это? Не хватает рекрутов, сэр. Мы готовы! Напали, напали. Мы в пути. Меняем дислокацию. Лучники идут. Лучники, на изготовку. Сэр, мы готовы. На, удалось хитрить, все-таки так можно. Взять арбалеты, щенки. То есть все-таки немножечко хитрить тут получается. Блин, да, вот эта автопродажа, конечно, это вау. Вот я об этом вообще не понял. А вторую часть, интересно, это есть? Нет, я, честно, я правда не помню. Давай, если... Вот так, больше десятка вот так сделаем. И на свечи то же самое. Капец, свечников 6, и они не справляются. Ребят, это полный звездец. Это что такое вообще? Давайте еще двоих поставлю. 8 свечников. И не справляются. Звездец. Так. На нас напали. Да, я помню, отстань. Так, что у нас? Двое свободных. Это мало. Надо больше. На нас напали. Ты знаешь, я думаю... Где мы можем помочь? Уходим за вас. Угу. Идея неплохая, но плохая. Лучше сюда еще этих фигануть. Ой, ты где? Ну. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Наши луки готовы. Лучники, вперед! Раз, два, три, четыре, пять. Только покажите нам цель. Слушай, так я и на оружие, наверное, могу выставить, да, этот? А, нет, оружие. А, нет, вот, можно. Ага. Кстати, да-да-да. А, тут нельзя пока, к сожалению. Ну ладно. Так, и последнее, что у нас осталось, это, собственно говоря, замковая кухня. Вот, а для зам... А, тут еще пруд с угрями добавился. Ух ты ж, батюшки. Раз. На нас напали! Два. На нас напали. Раз... Ой, стоп, нет, ошибся. На нас напали. Это ж просто какой-то трындец, блин. Лезут и лезут, и лезут, и лезут, блин. А ну, живо! Пошли! Ну ладно, здесь, ну, нет, оборону мы фу, блин. Короче, сделали. Так, тут у нас... Двойной.
А вот эту штуку? Блин, реально удобно. Подожди, какая автопродажа, почему? На нас напали! О, пошел. Прирост. Так, ну чё, ладно, в общем, это мы все наладили, это мы все сделали, тут все добывается, здесь все замечательно, тут все прекрасно, свечники успевают, прям все хорошо. Так, ну чё, пора в атаку. Кожевники есть, пикаделы есть, бракоделы есть, тут все есть, здесь, извините, колодец нам не нужен. Так, на вас напали, да, я помню. Так, осадный лагерь. Ну, давайте-ка сюда его приткнем. А что такое? Эй. В смысле? Так это сейчас... Хам. Думал, осадные лагеря. Не туда поставил. А я думал, осадные лагеря, а не это. Нельзя да. Здесь строить, да не собираюсь я там строить, успокойся. Так, осадный лагерь, это у нас рабочий, катапульта. Инженеры к вашим услугам. На нас напали! А как? Выступаем. А как, почему? Почему он не дает мне? Подожди, а они так не могут, что ли? На нас напали! Мы выходим. А чё? Почему? Алло! Отправляемся. Это просто невозможно. Они не могут это атаковать? Почему? Кто-нибудь что-нибудь понял? Как это? Я... Подождите, а почему он не наводится никуда? Интересное кино. Зачем все-таки инженеры нужны? До сих пор не понимаю, серьезно. Что? Что он делает, блин? Инженер. Так, а куда это он? Куда это он? Куда-то пошел. А? Что-то взял? Что он делал? Он что-то делает. Прикольно, ну ладно, пусть. Интересное кино. Так. То есть можно, в принципе, на максимум скорость выставлять, да? Он что-то делает? Подождите, он ремонтирует, что ли, или что это? На нас напали! А тут разве что-то сломано? Не, ну ладно, пусть я не против, главное. Он что-то начал. Нет, самое смешное, он что-то начал делать. Чё, зачем, почему, непонятно, но делает. Вот, ладно, пусть. Не хватает оружия. Печально. Каков план? Наши инструменты готовы. Так, ну вот. Стоп. Мы идем. Отряд инженеров уже в пути. Ну, блин.
Пусть, я не знаю, пусть тут стоит, черт с ним. То есть вот он что-то ремонтирует. Ладно, пусть, окей. Я не знаю, правда. Куда целится, сэр? Забавная ситуация. А вас-то, вас можно навести? А, вот эту. А как ее сломать-то? Подождите, я не понимаю, серьезно. Что-то бред какой-то. На нас напали! Наши войска атакуют враг! На тебя, господин! Вы чё тупить-то, блин? Мы в вашем распоряжении. Дайте нам задание. Твои верные лучники. Мы идем. Так, ну то есть мне сейчас нужно, видимо, взять Артура, да? Похоже на то. Ну окей, пошли. Это как бы немножко странно. Ваша метель. На нас напали! Нет, главное, катапульты сюда не берут. Подожди, а может ледяной туннель тогда можно попробовать? На нас напали! Где там у нас? Молодец. Так. На нас напали! Да. Что-то как-то пока вообще ничего нет. А катапульты-то почему, главное, не атакуют это место? Нет, хорошо. Мне главное сказать, сначала типа снесите зеркало, прежде чем отпускать лучников. Окей, а как? Напали. Я же не могу этого сделать. Ну, то есть, что, например, что мне надо? Ледяной туннель может выкопать? На нас напали! Так он здесь не копается. Это можно построить только в нашем собственном поместье, мой лорд. Да? Ну, допустим, ква. Давайте его построим. Что нам это дает? Какое же это говно? Это можно построить только в нашем собственном поместье, мой лорд. Все понял, дошло. То есть это как бы червь Нидуса из Стронг... из этого. Как его, господи. Из Старкрафта. Понятно. Уйта, как сказал один небезызвестный товарищ. Да, любопытный момент, конечно. На нас напали! Мы выступаем? Наши войска атакуют враг! В атаку! На нас напали! Да блин, они вообще капец! Нет, вы посмотрите, это ж, они же вообще ни хрена не успевают. Как? Да, ну. Так. Хорошо, у меня вопрос. А этот чувак умеет стены атаковать, допустим? Не умеет. То есть ему обязательно.
отмажемся. Не. На нас напали. То есть стены здесь превращаются в откровенный звездец, да? Все по домам. Не хватает рекрутов, сэр. Не хват... На нас напали! Да, это какая-то... На нас напали! Да я в курсе, что на вас напали, успокойся. Стоп, а я что, продавать не могу, что ли? Ой-ой-ой-ой. Так, мне тогда что, еще пару лучников надо? Лучниковых мастерских. Лучниковых. Два. Три, четыре, видимо, так. Так, жрачку тоже надо, я думаю. Продажа на 300 поставим. На нас напали. Да, это 200 поставим. Да уж. Вот так-то уж. Блин. Блин. Это реально фигня получается. Откровенно. То есть тут у нас есть рыцари. Мой лорд, наши войска атакуют враг. На нас напали. Еще двоих. Блин, ну и геморрой. А главное, как вот эту штуку сломать, я не понимаю. Напали. Ты кто на нас напали? Напали. Никто нас не напал. Что ты выдумываешь, блин? А главное интересно, что вот эти вот вещи, да, они не это, ну, не засчитывают мне вот этих ведьм. Сушка, тач Мерлин. А ты... Будут петь. Мерлин. Иду. Видите, в чем проблема? Он очень... Сейчас, наверное. Вы готовы? Сейчас мы сделаем следующее. Добьем вот этого последнего лучника, я думаю, уж получится. Потом сюда перетащим. Надо кого-нибудь покрепче поставить. Вот этого товарища, да. Нормально. Пусть пока идет. Вот. Он, чтоб это Мерлин это зеркало не долбило. Блин, ну а потом, видимо, как-то. Даже не знаю. Престиж до хрена. Это, в принципе, тоже хватает. Тут автопокупка идет. Престиж двойной. Все, зашибись. Может на десятку поставить минималку? А чё, давай, в принципе. Ну это офигенно, конечно, полезно у мелко. Прям
я говорю, вообще красотища, если вдуматься. Так, готов? Да. Дай-ка мы поставим сейчас минимальную скорость. Что вас беспокоится? Чтобы вообще как-то ни секундочки не терять здесь. Наши войска атакуют враг. Ну, слава богу. Так, а где рыцарь? Я на нас напали. Да, да не ты, а вот он. Пусть стоит, пусть его это зеркало долбает. Он крепкий. Сейчас попробуем, если Мерлин сможет снести это зеркало вообще или нет. И надо с этими с баллистами. На нас напали. Ты заколебал, ты напали, никто нас не напал, блин. Да-да, уже иду. Слушай, я, конечно, понимаю все, но, блин, почему Мерлину... В свое время я много странствовал. Ничего не случится, если я пройду еще немного. Зачем вы меня беспокоите? Готовьтесь! На нас напали! Тучи собираются. Подайте мне мой посох. Не хватает рекрутов, сэр. Я хочу посмотреть... Мечники ждут ваших приказаний. На нас напали. Вот он сейчас идет. Я хочу понять, в какой момент его будут уже здесь атаковать. Наши войска атакуют враг. Откуда? Откуда? Кто? А, вот. На нас напали. Да, ну это, конечно, полная трындося. А можно эту? Ага, спасибо. Не хватает рекрутов, сэр. Нет, слушай, я не понимаю, почему я не могу сломать это зеркало? Меняем дислокацию. Это реально очень странный момент. Не хватает рекрутов, сэр. Реально очень странный момент. Так. Сударь мой ушастый, иди-ка отсюда. Просто, ну, неожиданно в Стронгхолде просто стены превращаются в откровенно непрошибаемое это... Ну, то есть то, что, чем мы должны быть, по сути. То есть только катапульты. Правда, катапульты надо признать тоже. Не хватает рекрутов, сэр. Да-да-да-да-да. Наши войска атакуют враг. А сколько можно арбалетчиков сделать? Ого! 99 и 120. Да ни хрена ж себе. Сэр? Лучники идут. Наши луки готовы. Мы готовы. Эх, как же мне здесь не хватает моих конных лучников-то, а? Блин. Нет, я правда не понимаю, а почему? Нет, то есть, видишь, она даже не наводится. Приказать. А, может так? На нас напали! А, так вот это как должно работать. Ха-ха, любопытно. На нас напали!
нас напали! Да хватит орать, заколебал уже. Да, мой лорд. У них не кончаются. Вон оно чё. Подожди. Инженеры к вашим услугам. Вам что-то нужно? На нас напали! То есть им надо... То есть не получится автоматически это сделать. Угу. Подожди. А может быть... Нет, то есть сюда они напали. Просто не достреливают, да? Каков план? Действуем потом. Хорошо, а если я, допустим, пущу их вот здесь? Вот так вот, по краешку. Мы идем. Ну да, они все эти сволочи, они все равно вылезают так, чтобы их можно было атаковать. На нас напали! Но я, по крайней мере, проверил. Понятно, как это работает. То есть, ну, мне нужно было разобраться просто. Понять вообще, что да как да почему. Не хватает рекрутов, сэр. Так. Раз, два, три, четыре. На нас пять, напали! Шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы в вашем распоряжении. На так, давайте напали! Ctrl... 4. Дальше. Не хватает рекрутов, сэр. Так, нужна будет до кучи пехота. Причем пехота, я думаю, лучше пищников взять. Они как-то пошустрее, по-моему. Хотя не факт. Не хватает рекрутов, сэр. Вырабатываем максимум лучников. Так. Только покажите нам цель. Единичка. Лучники, вперед! Смотрите в оба, ребята. Все. Дальше. Теперь. Арбалеты. Сейчас тоже соточку сделаем. Ведьма, конечно, это интересный вариант. Это такой совсем читерный вариант конных лучников, фактически. На нас напали! Причем совсем читерный, ну блин, они ж летают. Правда, тут есть одно но. Видите, как бы с одной стороны ты можешь влететь... Ну да, вообще-то, ты действительно можешь ими нагадить, просто очень капитально, потому что что им мешает прям вот так вот облететь, да, и вот отсюда бахнуть, например. Мне кажется, тут тоже какое-то количество лучников присутствует, но, блин, один черт. Долгий процесс, к сожалению. Жратва у нас присутствует, да? Более чем. Не хватает рекрутов, сэр. Цыц. Позицию! Семьч. Не, вырабатываем все. Ну чё. Вот что мне, кстати, здесь нравится, именно вот, ну и во второй части, и здесь в легенде вот сейчас уже, то, что здесь, по крайней мере, амбар и вот арсенал, они бесконечны. То есть, да, не нужно строить там миллион этих арсеналов и так далее. Ну, это, конечно, с одной стороны убирает реализм, к чертовой матери, но с другой стороны, знаете, в первой части какой-нибудь пикинер мог стену ломать.
чувак с лопатой, да, подошел, начал стенку ломать. Действительно, каменно. Чё бы нет, блин. На нас напали! Да заколебал ты, никто на нас не напал, успокойся. У нас все хорошо, блин. Шваль тут всякая летает. Не обращай внимания. Ты смотри, а свечники так не справляются, да? То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это норма, прошу обратить внимание. Норма. На норме они не справляются. Блин, может тоже закупку сделать автоматическую? Ну, в принципе, можно. А, подожди, так я сам же поставил. А, так они, может, справляются тогда? Может, просто у меня тут стоит автопродажа на 30. Давайте так сделаем. Автопродажа сделаем 40. Автопокупка. Ага, десятку. Двойной. На нас напали! Чтоб ниже 10, в принципе, не опускалось. А побольше надо престижа. Так. На нас напали! Все, арбалеты кончились, да? А ну, отлично. Живо! Ctrl 2. 1, 2, 4. Так, на а теперь нам нужны те, кто будет выполнять, собственно, функцию. А, кстати, тут даже нету этих с булавами-то, ребят. А, я только сейчас заметил. Забавно. Вот у них минус, они бегают. Такой себе странноватый минус, но это минус. Не хватает рекрутов, сэр. Ну, сейчас тридцаточку сделаем. По сути, вот эта пехота становится вообще бесполезной, как бы с учетом, ну, того, что стены надо прошибать. То есть, видите, как бы они же не могут подбежать и начать их ломать. Не могут. У них такого нету. Видите, то есть не наводится. Ой, сорян. Не то взял. Где тут что-то? Здесь же нет, например, захвата моста или еще что-то. Даже любопытно. Интересно, а есть хоть какие-то войска, которые, ну, могут ломать стены? На нас напали! Или тут, в принципе, такого не существует? Нет, в целом это логично. Правда, тогда стены превращаются в какой-то убойнейший вариант, потому что, например, вот этот вариант с башнями, его же вообще хрен проломишь. Буквально без дураков. Ну хватит, да. Напали, напали. Кто у нас не напал? Почему, главное, мне эти очки не засчитываются? Вот, что удивительно. Вот здесь вот. Вот эти вот очки. Это же бой. Военный отчет. То есть, получается, для того, чтобы начать зарабатывать вот эти вот военные отчеты, да? Вот видите? Эта штука, она будет как бы приносить определенное количество... О, ох, ничего себе, она здоровая, оказывается. Ого! Вот это лошадушка. Нифига себе. Я думал, они маленькие. А что такое? Наша армия достигла максимального размера. Ваше высочество! Упс. Я буду верно служить вам. Наша армия достигла максимального. А, то есть, ты тоже не хочешь, да? Пикинеры, вперед! В боевом порядке! На нас напали! На нас напали! Да, сэр! Пикинеры, марш! Наши войска атакуют враг! Идем на место! И лучники под прикрытием бегут.
нас напали! Выступаем! Мы выходим! На нас напали! Наши войска атакуют враг! Цыц! Никто не пройдет! На нас напали! А, вон что. Ой, вот так даже. Прикольно. Что, захватили? Вроде да. А как? А где он? Сэр, сэр. Сэр. А, так, а что? Эй! Сэр. Государь, сир. Мы захватили замок Череот. Наши люди обыскивают башни в поисках сэра Ланселота. Так мы его того, вот же он. Че, нашли же. Ну, победа. Ну, знаете, тут вот... Я, конечно, понимаю, что я наверняка нанубил очень сильно всякой фигни, но что-то как-то... Нет, с одной стороны, прикольно то, что, типа, стены только башнями. Потому что это, на самом деле, добавляет мне, например, бонусов. Но нет и следа не нужен от Эскалибера. Для пьяницы. Ни Морганы... И ее проклятого... Ты с тобой с Элем в одной игре. Если я хоть что-нибудь знаю об этой ведьме, то это не последний раз, когда мы столкнулись с ее гнусным коварством. Получили награду. Прикольно. О, еще одна. Награда получения в случае воскресенья получает 150 благословений в одной игре. А-а-а. Ух ты ж, батюшки, награда для жадины за получение... А, 150 тысяч золота. Да, было такое. Ну прям вообще. Ну награда на награде, ёлки-палки. Так, ладно, давайте перекурчик небольшой. И, наверное, еще одну миссию сделаем.